на поединок. Весовая категория до 45 килограммов. Финальный выстрел движения. Аушев Руслан, Казахстан, and Иньярский Иван, Киргизстан. Preparing. Абдулаев, Таджикистан, Музаканов, Russia. Боец красным поясом. Заирбаева Айяняс, Казахстан. Боец синим поясом Амбедова Альбина. Боец синим поясом. Вербанский Иван. 60 килограмм. Киргизстан. Представитель Киргизстана. Обеспечение его Казахстана. Бой 5 минут. Обоюдная атака равной возможности. Обмен ударами. Действие в захвате 5 секунд без оценки. Приготовиться. Абдулаев, Таджикистан, Бурзаханов, Россия. Два бойца синим поясом, атака рукой в голову. Счет боя 0-1. Первый технический действие бойца с синим поясом. Два бойца с синим поясом. Синего ковра. Два бойца с синим поясом. Два бойца с синим поясом. Два бойца с синим поясом. Победа Ленинграда присуждается Ару Руслану Казахстану. На ковер приглашается. Два бойца с синим поясом, атака рукой в голову. Теперь приглашается Абдулаев, Таджикистан, Мирзаханов, Россия, приготовится. Азнабиев, Палестина. Азнабиев, Палестина. Тоже Бог Болгария. Впереди боец с синим поясом. Участники на середину ковра. Прошла минута боя, счет 0-6. Действие в захвате неэффективное. Впереди боец с синим поясом. Мамбетова Альбина, Киргизстан. Представляю участников. Боец красным поясом. Абдулаев. Губакир, Таджикистан. Мирзаханов Азамат, Россия. The carpet, a fighter with a red belt, Abdullah Abdulkaim, and Tajikistan, a fighter with a blue belt, Muzakanov Azamat, Russia. Поясом.
Первое предупреждение бойцу с синим поясом за выход за пределы ковра. Один балл бойцу с красным поясом. Стоп! Стоп! 5 секунд. Без оценки. Продолжай встречу. Стоп! Бабочу синим поясом, рукой голову. Бабочу с красным поясом. Стоп. 1-1. Техническое время бойца с красным поясом. Прошла половина боя. 4-10. Впереди боец с синим поясом. Представитель Республики Киргизстан. Стоп. 5 секунд захватит без оценки. Без оценки. Балбачу синим поясом, рукой в голову. Балбачу синим поясом. Балбачу синим поясом. Считать удержание. 5 секунд. Не считать без. Активность бойцу синим поясом за начало удержания. 1-4. Продолжаем поединок. Прошла половина. Балбачу синим поясом. Бойцу с синим поясом. Замечание бойцу с красным поясом за выход за пределы ковра. Без оценки. Бойцу с синим поясом. Предыдущий технический действие. Бойцу с синим поясом. Осталось 2 минуты. Топ. Топ. Первое предупреждение бойцу с синим поясом. Выход за ковер. Бал бойцу с синим поясом. Продолжаем третий. 1-6. Без оценки. Спортсмен предпочитает ударную технику. Балбайцу с красным. Замечательный бойцов. Балбайцу с синим поясом. Серия ударов. Балбайцу с синим поясом. Стоп. Остановить бой. Бойцы на следу. В данном бою в упорном финальном поединке весовой категории до 45 женщин. До 45 килограмм среди женщин. Победа ввиду явного преимущества со счетом 5-15 одержала Мамбетова Альбина, боец синим поясом, Киргизстан. И стала первой чемпионкой мира весовой категории до 45 килограммов. Бабочка, стоп! Счет! Стоп! Время! Давайте поприветствуем первых наших победительниц.
Давайте поаплодируем им. Итак, это исторический момент. Вот они, первые победительницы чемпионата мира по рукопашному бою. Весовая категория до 45 килограмм. Третьего места в этой категории нет. Дело в том, что спортсменки были сняты по состоянию здоровья, но у нас есть второе место. Итак, серебряный призер чемпионата. Айназ Жаикбаева, Казахстан. Второе место. Весовая категория до 45 килограмм. Мы приветствуем нашу чемпионку, нашу победительницу. Второе место. Прошу вас. Сегодня награды вручает председатель комитета по экономической политике и предпринимательству, действительный государственный советник Российской Федерации Евгений Алексеевич Федоров. Давайте поприветствуем Евгения Алексеевича, который готов вручать заслуженную награду за второе место. Айназ Жаикбаева! Давайте, аплодисменты не смолкают. Трибуны. Впервые сегодня девушки становятся чемпионками мира по рукопашному бою. Итак, у нас есть первое место. Это золотой призер чемпионата. Внимание! Альбина Мамбетова, Кыргызстан! Первое место! До 45 килограмм. Среди девушек первое место. Давайте поддерживать, аплодируем победительницам, чемпионкам мира по рукопашному бою. Евгений Алексеевич, прошу вас. Медаль победительницы, чемпионки. Аплодисменты не смолкают на трибунах, давайте радоваться за наших победителей. И, конечно, звучит гимн страны, первой чемпионки мира по рукопашному бою. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, обратите внимание, какое благородство и какое спортивное поведение продемонстрировала чемпионка мира Альбина Мамбетова, которая пригласила на пьедестал первого места свою коллегу. Палестина.
Готовится Мизеровская, Иверская. Томки, Болгария. Смена ревери. Боец с красным поясом. Шахсинова, Сианат, Россия. Боец с синим поясом. Казак, Лилия. Шахсинова, Сианат, чемпионка России 2012 года. Соляр, Татьяна. The referee is Musayev Otabek, Uzbekistan. На ковер приглашается Отабек. Полесина. Томчин. Болгария. Представитель Палестины обеспечил явку бойца с красным поясом. Замечание бойцу с красным поясом за выход за пределы ковра. Алабим Махер Палестин. Готовится Мизеровская и Иверская. We are waiting for the carpet B. Алабим Махер Палестин. Балбайцов с синим поясом за ударом в голову. Обоюдная атака Балбайцов с красным поясом за ударом в голову. Первое техническое действие бойца с синим поясом. Балбайцов с красным поясом. Балбайцов с красным поясом. Не голевого захвата. Предыдущее техническое действие рефери. Без оценки. Продолжаем бой. Счет боя 3-1. Прошла минута боя. Балбайцу с красным поясом за удар рукой в голову. Балбайцу с красным поясом за удар рукой в голову. Обоюдная атака. Балбайцу с красным поясом за удар рукой в голову. Удар в лоб. Балбайцу с красным поясом. Предыдущие технические действия. И первое предупреждение бойцу с красным поясом за выход за пределы ковра. Один балбайцу с синим поясом. 7-2. Впереди боец с красным поясом. Балбайцу с синим поясом за удар рукой в голову. Прошло 2 минуты боя. Обоюдная атака равной возможности. Предыдущие технические действия. Бал бойцов с синим поясом. Время у бойца с красным поясом на устранение недостатков в амуниции. Продолжаем поединок. 2 минуты 40 секунд до конца боя. Бал бойцу с красным поясом, бал бойцу с синим поясом. Прошла половина боя. Предыдущие технические действия. Боковой. Без оценки. Продолжаем. Либо снятие бойца с красным поясом. Она мимо шла. Палестина. Победа в этой встрече присуждается Томчину Петру, Болгария. Активный бойцов с синим поясом за пределы кроссовки.
Пошел бойцу с красным поясом. Бал бойцу с синим поясом. Прошло 3 минуты. Счет 9-6. 2 минуты до конца боя. Готовится весовая категория до 75 килограмм женщины. После этого продолжатся соревнования среди мужчин. Предварительные поединки за весовой категории до 80-85 килограмм. Ну, так далее. Равные возможности. Голубцы бросают с красным поясом. Спряжение спиной начинается удержание. Нет фиксации. Бойцы в стойку. 10-6. Напоминаю для зрителей по правилам соревнований. Врач принимает решение о возможности продолжать бой бойцом. И ему... Мунерлин Батуши. Батальон. Монголия. Финальный поединок до 60 килограмм среди женщин. Участник президента Кавра. Ввиду снятия бойца синим поясом, победа в этой встрече подтверждается бойцу с красным поясом Мунерлин Батуши, Монголия. Замечательный бойцов с синим поясом за удары ниже пояса. Полторы минуты до конца боя. 10-6. Бал бойцов с синим поясом. Равные возможности. Бал бойцов с синим поясом. Бал бойцов с красным поясом. Благодарю вас, Турсунбай, Мирбол, Казахстан, Популов, Роман, Россия. Есть. Приготовиться. Бог, Монголия, Саверс, Латвия. 20 секунд удержания защитного. Считать болевой. Не считает болевой, бойцы в стойку. Предыдущие технические действия. Полное удержание в течение 20 секунд. Два балла бойцу с красным поясом. 13-8. Техническое время бойца с синим поясом. Врач, подойдите на ковер. Сюда смотри! Сюда смотри! Продолжаем бой. 46 секунд до конца боя, счет 13-8, финальный поединок весовой категории до 60 килограмм среди женщин. Ковер на. По сторонам. Работай, работай.
рядовые участники, бойцы красного боевого, Кузьмаева, Кобулов, и группы Казахстана, бойцы синим поясом Кобулов, Роман, Россия, приготовьте бой, горе, советский спадок. Предыдущие технические действия. Набор корпус. Первое техническое действие. Вам дадут синий пункт. Стоп. Замечание бойцов с красным поясом. Выход за ковер. Без оценки. Два балла бойцов с синим поясом. Второе предупреждение бойцов с красным поясом. Два балла бойцов с синим поясом. Победу по баллам со счетом 17-10 одержал боец с красным поясом Шаксинова, чемпионат России. И стал чемпионом мира в следующем 12 года весовой категории до 60 килограммов. Без оценки. Награды вручаются дамам, победительницы весовой категории до 60 килограмм. Третье место поделили Татьяна Сальяр, Украина, и Айдана Туриханова, Казахстан. Третье место – бронзовые чемпионки весовой категории до 60. Приветствуем вас, поздравляем! Трибуны, давайте поддерживать дам. Сегодня, я напоминаю, впервые девушки участвовали в боях, в рукопашных боях, в нашем чемпионате. И вот они, бронзовые призерки. Для награждения мы приглашаем Олега Владимировича Самсонова, который представляет клуб «Спорт и СПА». Давайте поприветствуем нашего почетного гостя, а также генерального директора Владимира Владимировича Копейкина, сеть клиник «Медцентр Сервис». Приглашаем наших почетных гостей. Итак, еще раз. Олег Владимирович Самсонов. Компания «Клуб Спорт и СПА». Генеральный директор Владимир Владимирович Копейкин. Сеть клиник «Медцентр Сервис». Это наши спонсоры и партнеры. Поздравляем наших бронзовых победительниц. Второе место. Лилия Козак, Беларусь. Серебряная победительница. Наш призер становится на пьедестал почета. Серебряная медаль. Памятный диплом. Мы просим наших почетных гостей еще раз наградить серебряную финалистку. Инициативу берет в свои руки президент Международной федерации рукопашного боя Сергей Астахов. Внимание! Первое место! Напоминаю, весовая категория до 60 килограмм среди женщин. Сианат Шахсинова, Россия!
Первое место! Победа! Весовая категория до 60 килограмм. Награждение проводит Олег Владимирович Самсонов, клуб «Спорт и СПА», наш партнер и спонсор. Спасибо. Девушки, мы предлагаем сделать памятное фото. Абсолютно все победительницы. Ну а мы слушаем гимн страны победительницы. Смена бригады судей. Рефери на ковре. Рахманов. Первое предупреждение бойцов. Бойцов с красным поясом за нарушение правил. Бал бойцов с синим поясом. Все встречи. Представляем участниц финального поединка весовой категории до 75 килограммов. Боец с красным поясом. Мизеровская Мария. Россия. Боец с синим поясом Иверская Анастасия, Казахстан. At the combat area, a fighter with a red belt, Мизеровская Мария. A fighter with a blue belt, Иверская Анастасия. Бал бойцу с красным поясом. Бал бойцу с красным поясом. Два балла бойцу с синим поясом. Чуть встречи. Один-два. Продолжаем встречи. Без оценки. Равные возможности. Бал бойцу с синим поясом. Бал бойцу с синим поясом. Бал бойцу с красным поясом. Считать удержание. Активность бойцу с синим поясом за введение в парк. 15. 20 секунд удержания защиты. Без оценки. Полное удержание. 2 балла бойцу с красным поясом. Пять секунд. Бал бойцу с красным поясом. 1-3. Прошло 2 минуты встречи. Равные возможности. Без оценки.
Без оценки. Продолжает речь. Балл Мальчу с красным поясом. Мальчу с синим поясом заявляется замечание за нарушение правил. Балл Мальчу с синим поясом. Два балла Мальчу с синим поясом. Продолжает речь. Стойте, два балла пойдут в синий пояс. Продолжайте. Один балл сейчас с красным поясом. Балл пойдет с красным поясом. Балл пойдет с красным поясом. Балл пойдет с красным поясом. Удержание защиты надо. Два балла бойцу синий пояс. Полное держание, два балла бойцу синий пояс. Продолжаем встречу. 3-11. Осталось 30 секунд. Поросов бал бойцу синим поясом. 5 секунд. Три, 12. Замечание. Второе предупреждение бойцу с красным поясом. Выход за ковер. Два балла бойцу синим поясом. Остановите встречу. В этой встрече чистую победу одержал боец с синим поясом Копылов Роман, Россия. Представляю честно. Боец красным поясом. Бог, Молдова, Монголия, синий пояс, Саныч, Матвей. Синий пояс.
Время встречи. В этом финальном поединке победа по баллам одержала боец с красным поясом Лизеровская Мария и завоевала титул чемпиона мира. Обоим участникам замечательно за последнее поведение поединка. Приглашается весовая категория до 85 килограммов, до 80 килограммов мужчины. Итак, третье место поделили две спортсменки. Жекшонова Нурия, Киргизстан. Аплодисменты, давайте поддержим. И Иверская Анастасия, Казахстан. Два третьих места, две бронзовые медали. Награждение проводит президент Общероссийской Федерации рукопашного боя Валерий Харитонов. Давайте поприветствуем Валерия Ивановича, который сейчас поздравит двух наших победительниц, бронзовых призеров, бронзовые медали и памятные дипломы. Второе место в номинации до 75. Людмила Радшко, Беларусь. Мы предлагаем присоединиться к награждению генерального директора Рига Финанс Игоря Гатина. Игорь, мы ждем вас. Как раз настало время огласить имя абсолютной победительницы, чемпионки мира по рукопашному бою в весе до 75 килограммов. Мария Мизеровская, Россия! Поздравляем, Мария! Итак, Мария становится на пьедестал почета. Первое место, абсолютная победа. И медаль от генерального директора Игоря Гатина. Рига Финанс сегодня вместе с нами, наш партнер и спонсор. Процедуру награждения проводил также президент Общероссийской Федерации рукопашного боя Валерий Харитонов. Фото на память и, конечно, гимн страны-победительницы. Российской Федерации в честь победительницы.